Мы их 5, блядь. Музыку нахуй офнем, блядь. Так, смотрим, значит. Ой, статистика 2015-го. Эх, когда, блядь, старый уебан, ну то есть я уже старый, но на тот момент молодой, немножечко похайпил. Но это мы смотрели, да? То есть сейчас-то просто обновленная стата будет. Я посмотрю, какой у меня рост 20... Какой год-то, блядь, 23-й сейчас? Да, сейчас... Сейчас вроде 23-й, да. Я до сих пор просто 21-м живу. У меня сегодня день рождения, почему-то очень грустно. Мне тоже грустно, Мария, с днем рождения. Не грусти. Ты поняла. Не байтите меня больше. Блять. Привет, зачем тебе на балансе 7147 рублей? Где, на йоте, блять? Для того, чтобы у меня были деньги. Я мог оплачивать что-либо еще. И как ты, блядь, посмотрел мой баланс, интересно? Значит, ты работаешь в йоте или где-то еще? Значит, сейчас пожалуйся, и ты там больше работать не будешь, гондон. Понял, блядь? Уебен нахуй. Так, ну вот я полетел в 2017-м. Что я делал? Наверное, обзывал матерей чьих-то. Скачалось? А, я не скачивал, блядь. 3 гига, найс. Это скачиваем. Во, полетел, старость догонять. Так-то и надо, блядь. Вот так-то, сейчас я старость накажу жестко, блядь. Перегоню даже. А, в 2018-17 году начались видосы, точно, я забыл. Я же видосы начал смотреть. Смотрите, какой рост пошел. Да нет, старого 100% уже обоссали, если что. Сейчас, кстати, посмотрим. Самое интересное будет посмотреть в этой статистике, когда Хесус начал хуярить политику. Просто интересно, как это на статистике отразилось. Ну, я надеюсь, цифры реальные. 21-й же, да, год должен быть тогда? Бля, ебать. Прикиньте, за столько лет проходит... А такой медленный рост, блядь. Очень долго фолловеры идут на Твиче. Прям пиздец. Оп, съебался нахуй. Ну вот, видно, накрутил, открутил, блядь. Ну да-да, тоже кнопку случайно нажал, блядь. Понятное дело. Расту. Так, я не понял, а в каком году у меня лям стукнул? В 21-м? Или в 20-м? В 20-м, да, говорит чат. Ебать, как на дрожжах прям хуярю, смотрите. Ну да, логично, что должен быть май 20-го. Сгорела стиралка, настроение на хуй, хочу пожелать тебе хорошего праздника. Да какой праздник, я не праздную эту хуйню, блядь. Это не праздник, это залупа ебучая. Оно только в сериалах и фильмах пиздато выглядит, блядь. Я вообще не признаю эту хуйню, блядь, реально. Мне похуй, я не считаю это за какой-то праздник, блядь. Честно. Причем, блядь, пол Твича ебанулись с этим Хэллоуином, намазались, блядь. Мне так похуй, вы не представляете вообще. Я не знаю, это понос, блядь, какой-то. Я не знаю, не хочу просто, чтобы в других странах как-то оскорбить их, блядь. Но вот я в России, мне вообще похуй на этот праздник, если честно. А, ну вот май, кстати, 20-го, как в чате написали. Типа, ну, блядь, я... Вообще не выкупаю, в чем прикол, и тыква меня бесит, блядь. Не знаю, просто меня бесит тыква, блядь, еще со времен Майнкрафта. Ты ж когда ты на голову надеваешь, тебя, блядь, не видно нихуя на экране. Ой, тоже съебался я куда-то. Ай, ладно, подпросил немножечко. Вот, набрал, догнал. Вот сейчас, кстати, 21-й, да, будет? Год, и ну, интересно на стату Хеса посмотреть. Ебать, куда? Куда, блядь? Фу, нахуй так пугать, блядь.
Вот, сейчас должно быть интерес, смотрим на рост. На его и на мой соотношение, кстати. У него вначале тут нихуй нарастет, кстати. О, подписки пошли. И у меня тоже, кстати. Угадайте, кто, блядь? Или 22-й? Когда, блядь, началось-то это, пизда? 22-й? Бля, что-то у меня 21-й. А, в 21-м корона был. Бля, у меня, короче, все напуталось уже, блядь. 22-м, точно. Чат, такое ощущение, что уже вечность эта хуйня идет. У меня почему-то. Да, 22-м. А что тогда произошло? Там у нас хес сам отписки поперли мы. А, может, конфликт у нас был? Конфликты пиздец как. Нормально, кстати. Не просто так у нас такие два цвета с Хесусом. Не, ну нормально по статье, кстати. Но у меня быстрее рост идет, как будто бы, мне кажется. Или так же. А нет, побыстрее. Ебать! Хуя себе, это чё, блядь, 2300, нахуй, куда там стартануло, блядь, все? О, подписочки. А, это, бля, боты, наверное, мне накрутили. Это кто? А, это Мазелов хуярит. Бля, скоро 3 ляма, да? Или сколько у меня сейчас фолловеров? У меня 2,6. Ну, это округлилось, наверное. Мне с нас единственное, что хочу это сделать чебурек онлайн ВК. Наверное, пути, да? Хотел бы что-нибудь тебе сделать бесплатно. Могу на почту. Да не надо, Сэнти. Спасибо. Может, кому-нибудь в чате надо будет? Мне не надо, спасибо. Депрессивные эпизоды, в которых я отвлекаюсь твоими стримами. Спасибо. А я, блядь, нахуй никем не... Короче, умер. В конце, блядь. В конце драйва умер, блядь.